Короче, ребят, я тут за велик шарика, и мы, конечно, все будем кататься. Даже не знаю, зачем, но будем кататься все равно. Вот так вот. Вот так вот мы будем кататься, понимаешь? Пока шарик там за самокатом сбегает. Ай, долг, так вообще знаю шарка, не знаю, какой самокат. Не самокат, а велик. Тебе ли велик? Скажи, ну, а я больше люблю, так сказать. Я больше люблю обыкновенные. Что можно было попрыгать? В общем, прикол. Я люблю прыгать, так что все знаете, что мне дарить. Пиздец, я прям боюсь, что мой чертелев грохнется к чертям вниз. Смотрите, мы еще поделись сразу. Мы скупили недавно. А папа дали побольше, чем не знаю еще. И так что боюсь, как-то я. Сыру, я как-то немного прям. Весь лошадь, все равно. Поехали, шар. Эй, там уже. Шмарик там распихомался. Тупо кататься я это с ним не буду, потому что нахуй жопа не нужна. Понятно? Нахуй говно. Всем советую проехать. Шмебик. У меня есть все. Класс. И нету рыгас. И шматик даже есть. Видите там. Шар даже катается в шляпочке. Да хрюшок, куда ты меня... Хрюшок, куда ты меня обгоняешь, а? Надо шарик есть. Все. Все включено. И с тряской. Блин, это просто экстрим паркур. Давай, шар, кого еще позовем? На вообще скоро полетит, наверное, Angry Birds Дима, да? Хотел такого заказать, да? Angry Birds Дима хотел заказать, да? Нет, это далеко и долго ждать его. А кто? Кого будем брать? Не знаю. А я, кстати, только что Василия увидел. Я ее тоже видел. Где? Она потому что проходила рядом в школу. Да, с я. С Мельниковой. А пешку может позвать? Ну что ж, почему, бля? А мне как-то поссать на него. Кого будем брать? Давай. Соня, она, блядь, вот живет, ей пиздец какой не хочется. Дай кого возьмем. Андрюха, может, возьмем? Не, Андрюха пизда, это нет. Это Эльдик, не, это пиздец. Не, Эльдик. Это жопа. Да, это большая жопа. Кого будем брать? А, я понял, кого мы возьмем. Вот тех бабушек. На самокате, да? Кого еще будем брать-то? Ну, давай за Диму, где он живет-то? Подкатим к нему и такой: Дима, поздравляем мы тебя, что ты пошел с нами гулять. На шампуры пущим, если не пойдешь гулять. А кого будем звать? Ну кто рядом живет, рядом. Вот, кроме... Здесь, вот. Давай, сопь! Да. Пойдем брать. Халява, давай, чуваки. Да, я знаю, где она живет. Ну да то, что вон живет. Какой? 60, да? Единичка. Поехали. Поезжаем. Я туда, а не туда. Ну сейчас. А, туда. Thank you.
делать хард в Hungry Games делает Соня. Потому что еще упаду. Пипец, надо покататься немножко еще. А то уже начал на самокате. Ребята, мы, короче, еще... Как же это называется? Пиздец. Жарко, ты ничего не пропустил? Пизду. А, ну да, это же не ее подъезд, да? Что мы так едем, а? Мы прям наркоманы. Шматик будет вызывать ее. Вызываю. Зомби, да. Вызов принес. Что ты? Чуваки, я вам сейчас покажу хуевую тачку. Я себе это и никому не покупать. Показать ее? Алло, Тань. Видите, Бэха. Это... Можно уж позвать Соню? Бэха. Куда она улетела? В космос, что ли? Да надо, все, пока. А то мы тут видео снимаем. Борзой. О, открывается дверь. Входим в его. А вон, пошли, Шарк. Мне как-то... О, я знаю, почему. Подожди. Я кипишу, Шарк, возьми. Вконтакте у тебя есть? Теле с собой. Блядь. Hungry Game. Поехали к лидеру. Это, блядь, хуйня. Шарк. Это хуйня, реально. Ну, пиздец, какая хуйня. Еби прям листочек. Еби прям листочек. Понял? Так, оставила вам стикер. Эй, какой же это стикер, нахуй? Блин, мы тут с девочкой одной переписываемся, которая не хочет выходить. Я ей пишу писька, писька. А ей пофиг, блин. Короче, придется вообще опять посмотреть видео, то 15-й раз пишу. И шматик, видите, это за ж... Да сколько же, блядь, можно писать? Подождите, ребят. Hungry Game. Поехали к лидеру. Это, блядь, хуйня. Шаг. Это хуйня, реально. Ну, пиздец, какая хуйня. Еби прям листочек. Еби прям листочек, понял? Так, оставила вам стикер. Эш, какой же это стикер, нахуй? Блин, мы тут с девочкой одной переписываемся, которая не хочет выходить. Я ей пишу писька, писька. А ей пофиг, блин. Короче, придется вообще опять посмотреть видео, то 15-й раз пишу. И шматик, видите, это за ж... Да сколько же, блядь, можно писать? Подождите, ребят.